пятницу остановлена работа Угличской ГЭС. Причина – низкий уровень воды. Из-за малоснежной зимы и практически полного отсутствия осадков весеннее половодье закончилось, так и не начавшись. Это привело к падению уровня воды во всех водохранилищах и в Волге. В связи с этим федеральный регулирующий орган Росводресурсы, который управляет всем водным режимом Волги и Камы, принял решение остановить Угличскую ГЭС. Рыбинская гидроэлектростанция работает, но в режиме сниженного расхода воды, поддерживая минимальную отметку в 83 метра. Такой режим будет сохраняться, пока не наполнится Горьковское водохранилище. Оно тоже испытывает недостаток воды. Угрозы для малой навигации и сейчас нет. Водным трамвайчикам такой уровень воды не помешает. А вот сюда с большой осадкой пока курсировать не смогут. Необходимо набрать еще порядка 40 сантиметров воды. Если наберем 40 сантиметров в Нижегородском водохранилище, навигация будет возможна без ограничений. На Нижегородском водохранилище также сейчас снижены расходы с целью его наполнения. То есть сейчас весь режим Волги нам регулирующими органами московскими задан так, чтобы наполнять водохранилище и готовиться к навигации. Будет такая сухая погода, это будет медленно. Может быть там к началу мая, например. Польют завтра проливные дожди, это может произойти за неделю. Это от матушки природы зависит.